Продолжается проект Камри. Все-таки решился я за нее взяться. Уже тут я поковырял капот, там уже прогалинки появились. Вот, опять же, как мы уже определились, считать градины смысла нет. Сколько их там, 2, 3, 200 или 300, все равно их все надо делать. Вот. Ну, на некоторых, как говорится, засада получается, на некоторых получается хорошо. А вот так вот смотришь, вообще капот идеальный, и на нем ничего не видно. То есть, чем дальше стоишь от него, тем он чище. Но это не так. Вот. Сейчас я делаю пока то, что в открытом доступе с подвеса, а потом уже буду делать все остальное. Я делал на машинке, но сейчас уже решил снять. Есть вот такой же стол у меня красивый, хороший. Чего ж на нем не работать? Вот так выглядит уголок юного натуралиста. Вот, китовый хвостик, ну ковырялки это на подхвате. Клей, естественно, спирт, чистая тряпочка. Это раз, это два. Несколько волшебных пробойников и вот эта вот вся красота. Чтоб не свинячить, а работать аккуратно. Вот почему? Потому что тут вот они. Их тут, я же говорю еще раз, считать смысла нет. Вот, засвечивает. Их как бы не видно. Вот, но от этого их меньше не становится. Вот, где крючочком, где ковырялочкой, где китовым хвостом, в общем, где как я долазю, так и надо работать. Вот, а для этого вот такое удобное место, вот опять же стульчик мне нравится, надо приподнялся, надо вот сел, спустился. Вот, и опять же лампу можно включить и так, чтобы смотреть вот в двух полосах. Так, сверху, допустим, вот мы как видим, да? И вот так вот уже как бы по низу, вот так. Уже когда выводишь в чистую. Ну вот. Продолжается работа. Самая рутина. Вот, что-то какие-то... Видно, машинка где-то... постояла, клей или не клей, что-то вот прям набросано, да. И, о, вот что это? Наверное, какой-то клей с дерева, в общем, сок с дерева, скорее всего, потому что не похоже на битум. Вот, я уже пробовал, вот спиритом потер. Нифига не стирается это. А битум от уайт спирита бы в легкую стерся бесследно. Поэтому это клей. Вот она красота. Вмятинка на вмятинке. Стараюсь снимать получше автофокус. Собака такой. Не автофокусирует. Короче, снимать тоже надо уметь. Вот, ну, насколько получается. Вот здесь тоже как бы вот, неспокойный металл. Но тут как бы уже на плоскости не получается снять. Сейчас выключу еще подсветку. Это не вмятина. Вот я их вижу, а снять ума не хватает. Вот на краю, здесь вот тоже на краю элемента есть, но не могу их снять, не захватывает. Вот тоже видны, там как бы еле-еле видны следы, а здесь четкие вот они 5 6 8 9 10 вмятин. Вот, а тут засвет сплошной, что хочешь, то и делай. Глазом видны, а кинокамеру не могу передать. Ну ладно, и хрен. Камриевский капотик. Я его дефектую. Тут еще
кое-где остались проблемки у нас. Вот видно, да? Шишечки. Вернее, не шишечки, а вмятинки. А так, конечно, он уже стал на человека похожим. Вот пришлось, конечно, поизобретать крючочков, как я уже там видео выкладывал, для доступа в некоторые места. Никогда не думал, что дефектовать капот, как бы придется, не очень даже легко дефектуется. Сливается сейчас, или у меня глаза уже устали. Может, и глаза устали, но, конечно, когда было много ям, все было просто. А сейчас вот стало как бы попроще. Ну, конечно, вот в этом месте вот играет. Вот здесь такая блямба была серьезная. Я ее тут нянчил, вот на ней играет. Вот. Ну, как говорится, так уже не сильно бросается. Была острая такая вмятина, противная. Я их не люблю, такие вмятины, они меня тоже не любят. Ну, уже, кроме вот этих вот, остальное так, ну, как бы капот на капот похож. Сейчас покажу крючки, как их наделал. Ну, вот как-то так. Получается, еще где-то с полтора десятка есть что поковырять. Все бы ничего, но вот эта часть, здесь двойной металл, придется дергаться только клеем. Тут что не вытворяй, а вот в этой части, хочешь не хочешь, усилитель в капоте, и придется только клеевой делать. Я туда ничем залезть не могу. Ну что, вот капот от Камри. Конечно, не все получилось, как хотелось, но сейчас попробую чуть его заполировать и посмотрим, как он будет выглядеть. Где-то, конечно, еще пооставались там такие косячки, вот. Я знаю, где они, как вот они. Вот, ну, что делать? Я думаю, как бы с него теперь не стрелять. И более-менее он на человека стал похож. В сравнении с тем, что был. Да, по сравнению с машиной, как он был, он уже так на капот похож. Сейчас полирнемся чуть и посмотрим, что дальше с ним делать. Ну вот он, капот у нас получился, вот он хозяин, ищет вмятины. Пока он тут его не было у меня неделю, вмятины поворовали на капоте. Вот. Или не надо? Да можно и поставить, если как. Вот, кое-где, конечно, есть тут. Есть, нету. Я вам сказал. А это от камня скол, походу. Наверное, краска. Наверное, да. Да нет, я бы сказал, краска тут хорошая. Хорошая? Ну да, я по нему как дубасил, и ничего не поотлетало, значит, хорошая краска. И держится. Товарищ этот обклеил передо, забронировал. Ну, понятно. Ну вот как-то так. Хозяин сказал ставить, будем ставить.